недавно прочитал, опять же, на портале. Я все читаю, читайте. У меня абонемент на портале. И, в общем, там такая статья вышла странная. Мужик потерялся, не мужик, парень даже, ну, молодой мужчина, так скажем. Он потерялся, его месяц не могут ни найти, ни услышать, ни созвониться. Ого, они уже кружат надо мной. И вот его, прикиньте, семья обратилась искать через специальные органы. И действительно, его давно никто не видел, не слышал. И прикиньте, этот придурковатый сам где-то спустя месяц не семье написал, а именно на портал. И написал так еще глупо, типа, ха-ха-ха, вот вы меня ищете, я вот он здесь. Типа, я сам себя нашел. И люди говорят, слушай, ты, у тебя точно с башкой, ну, бобо. Как бы, ладно, если отношения в семье такие, ну, не пишет человек там месяц, два, неделю, 10 дней. У всех же по-разному отношения, связь и так далее, количество родственников. Но если ты реально куда-то уезжаешь, или там тебя долго нет, а вы связывались с людьми, да и вообще... Наверняка они же ему писали, как-то звонили, пытались его найти. Он просто или номер, может, поменял, или уехал. Ну, он уехал, да, куда-то там. Поэтому они забеспокоились. Ну, напиши ты людям, ответь семье, придурок. И в итоге он еще там издевался и прикалывался. Все-таки, да ты, типа, не нам пиши, отвечай. Кто, типа, переживал за тебя? Ты семье своей, типа, напиши и извинись хотя бы. Ну, и он еще стебся, там еще кое-какие ненормальные по пути. Короче, люди реально, это столько неадекватов на самом деле, просто поражаешься. Так вроде идешь, все улыбчивые, все культурные. Чуть копнешь, там каждый второй маньяк. Сказала я, спрятав топор за пазуху. Но и по пути на следующий день другое уже объявление. Но там серьезная тема и тоже непонятно. Мужчина прям с друзьями отдыхал, приехали там куда-то вместе. Он пошел прогуляться и просто пропал. И все, ну, забеспокоились, естественно. Звали, опять же, службы нужные там, которые этим занимаются. Его искали и с собаками, и с самолетами, и с вертолетами. И я не знаю, с чем его только не искали. Не нашли никакой информации, просто пропал человек. Знаете, такое вот частенько бывает. Пошел прогуляться, пошел искупаться, и все, и нет человека. Ну вот несколько дней с воскресенья его найти не могут.